someone else. Get some, bitch. Oh. That's right. Don't fuck with my solitaire skills, bro. My information might well be of use to you. Oh, what's wrong? Still crippled? Damn. Someone helped me. Damn it, if only you would get out of the way.
Новичков нынче, что собак не режут. Все, музыкальная пауза. И все они лучше стариков знают.
Опять сапожища хреновые подсунули. Совести совсем нет. Ну как же? Холод, физик, аномалии, мутанты. А я гляжу на... А поновее ничего нету? Не учатся ничему некоторые. И учиться, блин, не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. А все-таки накоплю я. Не учатся ничему некоторые. Внимание! Учиться, блин, анекдот. Кино американского насмотрелись или крышу срывает. Один сталкер у другого спрашивает: а знаешь, какая машина самая сталкерская? Это отвечает тот, какая? Не хотят, порожец? Бабок. Почему? Да все как просто. Кишки по ветрам. Надежная как бросает. И багажник спереди. За хабаром удобно присматривать. Блин, так не смешно же. Судьба. Вообще жить, если ты нет, от судьбы точно никуда не скроешься. На что глазах. На роду написано, и на нашем так оно и будет. А вот такое вам как? Это надо мое. Я тут вспомнил вас. Один сталкер у другого спрашивает: а знаешь, какая машина самая сталкерская? Нет, отвечает тот, какая? Запорожец. Почему? Я тут вспомнил пауза. Встречает сталкер своего старого друга, а тут помятый весь, фингал под глазом. Петя, что с тобой? Да блин, напали, побили, деньги отобрали. Ты их запомнил хоть? А чё её запоминать? Жену-то. Судьба. Блин, так не смешно как же! Как бы я, точно, солдат этих конченых. Что на роду написано, второй раз как она и будет оцениться. И что вообще жить, если такие расклады пошли? Red.
Искореним врагу монолита. Противник. Нужно вспомнить. Монолит. Помоги мне, монолит. Твои дети ждут тебя. Твою мудрость. Твою силу. Твой свет. Мужик! Ты не скроешься от слова!
Прикройте! Кроме водки ничего нет. Блин, так не смешно же. С кругом сплошь блин, правду о нем говорят или брешут? Эй, щедро, батоны нынче хреновые делать стали. Сбивались тут в стае.
Точно звери. По цвету школы. Новичков нынче как собак не видно. Одни как разбойники. Внимание, анекдот. Другие. То ли нас от зоны, то ли зону от нас. Доктор слушает сталкера, пришедшего на прием, и приговаривает. Хорошо, хорошо. Доктор, а что хорошего-то, спрашивает сталкер. Хорошо, что не у меня. Класс! Чего за хабар? Ничего не надо. Не тот уже хабар. Не тот. К квасу сейчас. Ну что, завязывать пора. Да чтобы... Ох, неохота мне за хабаром сегодня плестись. И все они лучше. Сейчас бы дома оказаться. Ничего не надо. С хорошкой толковой. А все-таки на концентраты, блин, сплошные. Чтобы у речки. А дома-то как было. Придешь вечером, рыба под домашнего на стул. Горячего. Сволочей разных. А вот анекдот. Вот дерьмо-то. Встречает сталкер своего старого друга. А тот помятый весь, фингал под глазом. Петя, что с тобой? Да блин, напали, побили, деньги отобрали. Ты их запомнил хоть? А чё её запоминать, жену-то? Блин, так не смешно же! О. Эх, кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертело. Сворчащий кусочек. Эх, вот если всегда. Если прикинуть... Так, ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже, и все. Завязываю с зоной нахрен. Внимание, анекдот. Один сталкер тут уже хабар пошел. А знаешь, какая машина самая сталкерская? Почему? Да все просто. Надежная как-то. И багажник впереди. За хабаром удобно присматривать. А по новее ничего нет. День коту под хвост ловится. Ни хабара, ни приварка. Что же оно за выжигатель такое, а? Правда, не знает или бред? Концентраты, блин, сплошные. Дома-то как было. Придешь вечером, а баба домашняя на стол горячая. Вот такое знает кто? Опять сапожище хреновые подсунули. Разговор на блокпосту на кордоне. Товарищ прапорщик, а можно телевизор посмотреть? А что ж нельзя, боец? Можно, только уговор, чтобы не включать. Target located in pursuit.
Братишки, не могу больше. Ух, мать! Ну надо же! Не могу. Братишки, не могу больше. Ух, мать! Ну надо же! Ребята! Ребята! Drive. How the hell does that thing bump a whole car off the road? Yourselves. That ain't even fair. Out of here.
Ah! Heart attack. Hey, Stalker, wake up. What are you doing here?